Партия коммунистов сегодня первой зарегистрировала все необходимые документы в Центральной избирательной комиссии для того, чтобы начать предвыборную кампанию. И так как мы первые подали документы, мы уверены, что 30 ноября наша партия, партия коммунистов, будет также первой, уверенно победит на парламентских выборах. Ждем, что ЦИК в ближайшее время зарегистрирует, и тогда мы сможем начать официально предвыборную кампанию, потому что надежды наших граждан, они связаны только с партией коммунистов. Только партия коммунистов может обеспечить достойную жизнь в Молдове нашим гражданам.